Это выставка, эти работы, которые удалось создать за последние 7 лет. Они, я старалась, чтобы были все разные, интересные. И каждая работа отражает какое-то свое настроение, свой посыл миру и наш с ним диалог. Мне кажется, когда мы приобретаем искусство, мы удовлетворяем свою тягу к прекрасному. Мы создаем такой мир вокруг себя, там, где все так, как нам хочется, и мы попадаем в другую реальность. Реальность, которая созвучна с нашим сердцем. В картинной галерее «Традиция» открылась выставка Марии Кульбы, руководителя художественно-эстетического отделения детской школы искусств, под названием «Мы вместе. Прекрасное рядом». Работы художницы и ее воспитанников разместились в двух залах галереи. Здесь в основном представлена живопись и композиция. Это такое творческое направление, фантазия. Вы можете видеть, что все работы разные, каждая работа индивидуальна, у каждого человека свой почерк. Они уже как такие состоявшиеся художники, их нельзя перепутать друг с другом. Работы представлены также победителей международных конкурсов, выпускников. Я думаю, что всем будет очень интересно прийти и посмотреть. Сегодняшнее посещение картинной галереи нас очень впечатлило, потому как и музыка нас ждала, и интересные работы. Было что посмотреть, было что послушать. Я надеюсь, что детям тоже было интересно. Поэтому, ну, здорово. Довольны, в восхищении от увиденного, от услышанного. Огромное спасибо организаторам. Было очень интересно посмотреть работы и встретиться с живым художником, так сказать. Очень впечатлили работы детей, которые сами делали, ну, которые учатся в нашей школе и выставили свои работы очень интересно, очень познавательно. И очень понравилась игра на саксофоне ребят, которые играли. Очень красиво. Большое вам спасибо. Я думаю, дети тоже под впечатлением, особенно останутся после своих работ, которые сами нарисовали. В нашем отделении очень интересно учиться. Ребята занимаются по 4 направлениям деятельности. Это рисование, музыкальный инструмент, актерская игра и хореография. После 4 класса они выбирают себе направление деятельности. Мы приглашаем всех на наше отделение. Приходите, набор открыт, будем рады видеть вас. Выставка продлится до 10 октября.